Давид Николай Владимир, группа «Гилия», Бурлук, Владивостоке, 1918-1920. Жил в парикмахерской, брошенной владельцем. Мастерская в каменном особняке на Ключевой, 3. В гостях Николай Асеев, Сергей Третьяков. Памятный дом на главной улице Светланской, 13. Первый театральный зал. 1919. Подвал этого здания. Театральная студия. Литературно-художественного общества. ЛХО. «Балаганчик». Сборник «Лысеющий хвост», «Под нас между сопок», выставки, статьи для местных газет и журнала «Творчество», 1919, театр «Кабаре», «Би-ба-бо», Бурлюк, директор, зарплата 60 тысяч рублей, широченные, жесткого сукна штаны, цветной жилет, одноглазка в недостающем глазу, фигура фавна, столпа, отца русского футуризма, не похож на Третьяковскую галерею, расхаживал в разноцветных штанах. Дорогу философам, Наталья. Народ поднял верховный жезл, как государь идет по улицам. Народ восстал, как раньше грезил, дворец, как цезарь раненый сультурица. Мой царский плащ окутан и широко, я падаю по медленным ступеням, но клич свободе неизменен проносится до Владивостока. Свободы песня, снова вас поют, от песен пороха народ зажегся. Кумир свободы люди перельют, тот же пояс бегства, тот, где я отрекся. Крылатый дух вечернего собора, чугунный взгляд косит по пулеметам. Но ярость бранного позора, ты жрица, рвущая тенета. Что сделал я? Народной крови темных снегирей я бросил около пылающих знамен, подругу одевая, как гирей, сноп уменьшительных имен. Лидия Кирсанова. Но моя страсть к просветительству, она как бы неотменима, профессиональная деформация называется. Так вот, я скажу о Бурлюке. Поэт он никакой, но прекрасный продюсер. И все, что о нем сегодня говорили, это замечательно, потому что это действительно человек, который считал, что образ литературный, художественный, визуальный и музыкальный – это одно и то же. И поэтому теперь по Владивостоку, вот смотрите, он собрал вокруг себя около 600 человек. Это были поэты, художники, музыканты, дизайнеры моды, художники и так дальше, и так дальше. Возникает вопрос, куда они делись? Некоторые из них благополучно закончили свою жизнь, как Бурлюк в Нью-Йорке. Его прах был развеян там, значит, и так дальше. А вот остальные, судьба была не одинаковой. Но я хочу сказать, что Владивосток – это город проточной культуры. Проточно означает следующее, что волнами на Владивосток накатывают благоприятные времена, во время которых здесь вдруг собираются неожиданно большевики, белогвардейцы, чехословацкий корпус, какие-то странные негры, проститутки, японские, между прочим, и так дальше, и так дальше. И вот никто не хочет воевать. Владивосток, 19-20-21 год, это центр культуры Дальневосточного края, ну, включая Амурскую область. И вот смотрите, вот эта волна схлынула, и потом был вот эта волна четвертого еще года была, 1904 года, когда мы писали с русско-японскую войну. Потому что следующая война, это вот волна, это гражданская война, когда здесь сложилась удивительная ситуация, не повторившаяся больше никогда. Но эта волна тоже схлынула. Знаете, это как в серфинге, да? Вот кто-то поймал волну, ну и что-то на ней сделал, ну а кто-то не вынырнул. Ну и там следующие волны были тоже, в основном связанные с советским временем. Это организованные наборы сюда, настройки пятилетки и все такое. То есть я хочу сказать, что точно ли Владивосток умеет собрать вот
то, что ему дает вот та или иная волна. Вот шанс всегда есть. Но всегда ли он его использует? Иногда Владивосток кажется очень унылым, скучным, безнадежным, где ничего не происходит, кроме моря. Нет, я готова извиниться для тех, кто вот любит это безумно и так дальше. Вот. Но я из другого конца страны, и Питер – это для меня, конечно, культура более высокого порядка. Но с другой стороны, я хочу сказать, что вот эти волны, ну, надо помнить историю Бурлюка, Маяковского, и Хлебникова и так дальше. И все эти названия про балаганчик, вот эти подвальчики, и бибабо, французская кукла, которую надевали на руки или на пальцы, и играли в разные игры. Ну, имеется в виду, создавая театральные, разыгрывая театральные пьесы. Ну вот я хочу, чтобы очередная волна, вот волна творчества, какого-то возрождения снова накрыла Владивосток. Я не вижу особых причин для этого, но как бы надежда-то всегда остается. Поэтому я очень рада, что мы собираемся. Я вот второй раз уже здесь, и вот сегодня даже мы студенты здесь. Я надеюсь, что они тоже будут вот в той волне. Той волне. Спасибо вам. А Константина Гольева у нас не позвали. Константин. Всем здравствуйте. Я, наверное, немножечко кого-нибудь удивлю, но я тоже один из тех самых студентов. Рад видеть своих преподавателей. Рад видеть Анастасию, одного из основателей «Голоса Логоса», и других замечательных людей. И я сегодня вам прочитаю Арсения Несмелого «Голубой разряд». Ложась в постель, ладью покоя, ловлю плавучие стихи и рву, не видя и легкое, с корней упавших до стихи. И мнится мне оруженосец, вчера надменный сюзерен, я сумасшедший миноносец у остро-острого сирен. И разрушать борта, какие обречена моя душа, летящий под ударом кия планетно озаренный шар, и вот, свистя, несусь в овале, качая ось веретено, но там, где солнце заковали, уж исцарапано звено. И скрип цепей протяжный скрежет, под допотопный вздох стихий я переплавлю, сонный нежил в легко скользящей стихи, и, засыпая все боючий, кружусь захваченный лассо, в лучи истонченных созвучий. Сон, сон, сон. Звенит колокольчик серебряный над тонкой травинкой оса, и в мозг сновидением одобренный космата ползут чудеса. Нейроны, объятые спечкой, разжали свои кулачки, и герцог целуется с прачкой, и кровью целуют смычки. И страж исхудалый серый, от пота раздунный измок. С дверей подсознательной сферы снимает висячий замок. Вот нагибаюсь в пригоршне, черпаю тонкую суть, что нагнетатели поршни в мир ураган нанесут. Вот торжествующий спазмой сжался разящий живот, млечно светящая плазма, вот она, вот она, вот. Первая нить шелкопреда, первая буква письма и голубого разряда ошеломляющий взмах. Дальше, но нечего дальше, пыль, не удержишь гонца. Жаль, понимаете, жаль же сон рассказать до конца. Запах, вдыхая аниса, хочется выпить ликер, но нарядить Адониса в мрачный костюм кофер. Слово и камень ленивы, слово сомнительный дар, чтобы горело огниво, чтобы звенело удар. Причем есть в шлеме моя ладья, мой радостный корвет,
Я запишу улыбку в свои деньги. Я встал, дрожу и зажигаю свет. Держу жену и крошечную дочку. Понимаешь, да? Ты много воссал. Не удивлен. Вот остальную точку. В конце того, что точно записал. И дальше, наверное, у нас кто-то следующий идет, да, Анастасия? Кого там можно назвать следующего? Познакомимся с Мелом. Арсений Митропольский, Несмелов, Москва, Западный фронт, Октябрьский переворот. 19-17, апрель 1920-го, во Владивостоке. Продал за 20 йен боевой браунинг и обосновался в городе Майсчуркино. Печатается. Векни из стихов. Редактор японской газеты Владимир Ниппо. Жизнь в центре. Приход красных и снова Майсчуркино. Бухта Улис. Подводный лов на Ваге. Профессия, ставшая модной во Владивостоке среди бывших. Ожерельем янтарных огней опоясана даль кругом. И покачивается над ней рыжий месяц. Как будто гном, а залив червонный поток с переливами синевы нас несет к огням катерок. В мире, кажется, я да вы. И внизу машина стучит, и срывается соль в лицо. Это бухты ли диалит, бриллиантовое кольцо, а налево рубинов ряд. Это русский ли остров там? Или вышивки ли горят по тяжелым синим тафтам? Да, покоя хрустального нет. Я от счастья дышать не могу. Это вы ведь, багульника цвет, прикололи мне к обшлагу. Спасибо. Николай Асеев Николаевич, Совет солдатских депутатов, Владивосток, Дальневосточное обозрение. Во Владивостоке символист окончательно становится футуристом, балаганщик, творчество, сборник бомба, Владивосток, 1921 год, роман в стихах о Маяковском, Маяковский начинается. Владивостокские места Асеева, Пушкинская, 25, а также 26-я верста, где скрывался от интервентов. Роман Иванищев и Николай Асеев. Из очерка «Октябрь на Дальнем», 1927. Густо вплотную кипел вокруг меня незнакомый быт. Люди в синих длиннополых халатах обтекали меня сплошной массой. Они плевали, скалили белые зубы, жестикулировали, спорили и перекликались, певучие гортанно придыхая. Их мимика, жесты, интонации были настроены по камертону чуждого мне быта. Непонятные фрукты и цветы окружали меня толпой. Черные, поблескивающие сланцем рогожи с трепангами расстилались у моих ног чудовищными пиршествами. Розовые гирлянды огромных крабов висели на мачтах джонок. Все было чуждо и враждебно мне. Ветры на Дальнем Востоке серьезные. Средняя сила их такова, что, идя против ветра, можно грудью ложиться на него, как на барьер. В ветер вкладываешься, как бурлак в лямку, и только тяжестью своего веса можно продвигаться вперед. Город рушится лавиной сопок в океан. Город, высвистанный длинными губами тайфунов, вымытый, как кости скелета, сбегающий по его ребрам водой затяжных дождей. Да, мы не только стихи писали, но вообще у них были разные запоминания, дневники. Калужский Андрей. Всем добрый день. Сергей Алимов, «Тайфунная сказка». Валы освирепелые взметают гривы белые в далекую лазурь. И с хохотом, и с грохотом, с протяжным медным рокотом
бушует демон бури. Седое море пенится, чуть миг оно изменится, сапфир и изумруд. И катится стремительно, в безумье упоительном, плетя узор причуд. А ветер льет рыдания, сгорая от желания слить с небом океан. И мнится, небо клонится, в пучины вод уронится, так крепок ураган. Все море, арфа грозная, гирлянда белорозная, на изумруде струн. Грудь арфы разрывается, и радостно рождается безумный бог Тайфун. Венедикт Март, Венедикт Николаевич Матвеев, Билетрис. Фаин, 14 поэтических сборников, порывы, песенцы, черный дом, изумрудная чепь, лепестки сакуры, тигровые чары, пятый элемент, который кроется за произведением. Закон наркоза, разбивающего концентрацию мысли, проходит через всю книгу. Проклятый поэт, друг обориутов и заумников. Легенда авангарда Дальнего Востока, морфинист Эпиаман, десертатай водостокских кабаре и наркотических притонов Харбина. Евгения Андреева, Венедикт Март. Юлит веслом китаец желтолицый, легко скользит широкая шаланда по тихой глади синих вод залива. Пред ним востока дальнего столица, Владивосток. За дымкою тумана на склонах гор застыл он горделиво. Как в плеске под кормою монотонно поет тягучий за веслом китаец. Прохайший бэй, Трипанговград великий, над ним в долях небес светло-зеленых полоски алые в томленье тают. И звезды робко открывают лики. Все тихо, все неясно, пустота, нет ничего. Все отвернулось странно, кругом отчетливо созрела высота. Молчание царит, точа покровы пряно, слепая тишина. Глухая темнота, и ни единый след свой не откроет свиток. Все сжало нежные влюбленные уста, все как бокал, где днесь кипел напиток. Но вдруг почудились тончайшие шаги, полураскрытых тайн неизъяснимых шорох. Душа твердит, не двигаясь, беги, склоняясь, как лепесток, в язвительных укорах, да, это след, увядший лепесток. Пусть рядом пыль свой затевает танец. Смотри, шепнул далекий потолок, здесь он прошел, невнятный иностранец. Венгерская песнь. Простоволосые ивы бросили руки в ручьи. Чайки кричали: «Чьи вы?» Мы отвечали: «Ничьи». Бьются Перун и Один в прасине захрипев, а мы ж не имеем родин чайкам сложить припев. Так развивайся над прочими, ветер суровый утонченник, ты разбивающий клочьями сотни любовей оконченных. Но не умрут глаза, мир ими видели дважды мы, крикнуть сумеют назад смерти приспешнику каждому. Там, где гуляли ивы, где остывают лучи чаек кричащих, чьи мы обратим лучи. Несмеловцы, Валера, 4 года, как в Владивостоке. Здравствуйте. Арсений Несмелов, я живу в обветшалом доме. Я живу в обветшалом доме, у залива залив замерз, а за ним в голубой истоме снеговой лиловатый торс. Та вершина уже в Китае,
До нее 18 миль золотящаяся, золотая, рассыпающаяся пыль. Я у проруби в полушубке, на уступах ледяных глыб вынимаю из темной глуби узкомордых крыластых рыб. А под вечер, когда иголки в щеки вкалываются остро, я уйду, у меня на полке, как Евангелие, костер. Вечер длится, и рдеет книга, я старательная пчела, и огромная капля мига металлически тяжела. А на утро, когда мне надо разметать занесенный двор, на востоке горы громада, разгорающийся костер. Я гляжу, золотая глыба, великанова голова, и редеет, и плещет рыбой розовеющая синева. И опять я иду на льдины, и разметываю в лесу, и гляжу на огни вершины, на нетлеющую красу. Если сердце тоска затянет, подними меня даже клев, словно отклик вершины грянет, грозный имя Гумилев. Мира, стихи, которые я выбрала, при том, что я обычно люблю что-нибудь очень экстравагантное, максимально попсовые, максимально. Вот, Арсений Несмелов, февраль 1921 года. Соперники. Серб, боснийский солдат и английский матрос поджидали у порта быстроглазую швейку. Каждый думал моя, каждый нежность ей нес. И за девичий взгляд, и за нежную шейку. И врагами присели они на скамейку. Серб, боснийский солдат и английский матрос. Серб любил лишь Дунай. Англичанин давно не любил ничего, кроме водки и... кроме трубки и виски. А лишенка не шла, остановилась темно, обласкали на воду тучи саван свой низкий. И солдат посмотрел на матроса как близкий, словно другом он был или знали давно. Закурили, сказав на своем языке каждый что-то о том, что Россия — болото. Загорелось на лицах у них позолота от окурков, а где-то там, вдалеке, на реке, русский парень запел заунывное что-то. Каждый тихо ворчал на своем языке. А потом в кабачке, где гудел контрабас, недовольные ворчами, визгливые скрипки, пели огненный спирт, затрение квас, и друг другу сквозь дым посылали улыбки, сквозь через залит и стол неопрятный и липкий. У окна в кабачке гудел контрабас. Каждый хочет любить, и солдат, и моряк. Каждый хочет иметь невесту и друга. Только дни тяжелы, только дни наши вьюга. Только вьюга они, заглубивший овраг. Так кричали они, понимая друг друга. Черный сербский солдат и английский матрос.